Команда «Чуваши», выступавшая на 10-х всероссийских зимних сельских играх в Перми, заняла призовое 3-е командное место в группе субъектов с численностью населения до 600 тысяч человек и 6-е среди всех субъектов страны. Так, в рамках чествования победителей на базе Ледового дворца «Чебоксары-арена» прошла встреча министра физической культуры и спорта Чувашской республики Василия Петрова и депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Анатолия Аксакова с членами нашей сборной. Напоминаем, что команду «Чуваши» представляли 17 уроженцев из Вурнарского, Чебоксарского, Янтика и Ядринского районов. Они боролись за лидерство среди порядка 700 участников из 44 регионов страны в соревнованиях по полиатлону, шахматам, шашкам, соревнованиях спортивных семей, троеборью дояров и механизаторов. Василий Владимирович отметил, что доволен результатами спортсменов. Действительно, достойно выступили, есть потенциал и получил определенную задачу, что нужно спорт активнее развивать в сельских районах, в каждом муниципалитете. И мы будем работать в этом направлении. Также в ходе встречи были обсуждены вопросы развития сельского спорта. Анатолий Аксаков отмечает, что недочетов на сегодняшний день, связанных с недостатком спортивных сооружений, тренерским составом, достаточно много, и их следует решить. Были хорошие предложения, которые зафиксированы в наших документах. Мы будем ставить вопрос о том, чтобы в каждом районе был человек, отвечающий за спорт, за физическую культуру в своем муниципалитете. Дальше будем двигаться к тому, чтобы в каждом крупном поселении были такие ответственные люди за это направление развития села. Ну а потом, я думаю, дойдем и до каждого села, где будут люди, которые отвечают за развитие спорта, физической культуры, так же, как это было в Советском Союзе. Считаем, что старую, но очень добрую практику надо сохранить, при этом новые веяния использовать, и для этого будем укреплять наше общество урожая, будем активизировать его работу. Ну и будем, конечно, стремиться к тому, чтобы бизнесмены, предприниматели тоже поддерживали сельский спорт для того, чтобы наши жители были здоровыми, крепкими, физически развитыми. Ну и, соответственно, они смогут тогда жить в здоровых семьях, и вся наша республика будет более здоровой и физически, и духовно, и морально. Татьяна Козлова, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.